И начинаем с поздравлений в адрес работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. С профессиональным праздником тех, чей труд заслуживает особой благодарности, поздравил президент Беларуси. Отрасль, в которой вы трудитесь, является важнейшим сектором экономики, обеспечивающим решение приоритетных социальных задач, направленных на повышение качества жизни населения. Убежден, что достойный уровень обслуживания курируемых вами объектов – своевременное и качественное оказание услуг, искреннее стремление сделать каждый уголок Беларуси красивым и функциональным всегда будут оправдывать самые высокие ожидания, говорится в поздравлении главы государства. Сегодня перед отраслью стоят задачи по модернизации, капитальному ремонту, благоустройству и внедрению современных механизмов и технологий. На это направлена в том числе и принятая в этом месяце 7-я директива. К 2025-му 100% потребителей будут обеспечены качественной питьевой водой. Твердые коммунальные отходы переведут в килограммы, а капремонт будут делать не реже, чем раз в 30 лет. Задача выйти на 3% капитального ремонта жилищного фонда от существующего стояла уже в государственной программе «Комфортное жилье и благоприятная среда». Достичь этого показателя планировалось к 2020 году. Соответственно, директива предусматривает как выход на этот показатель, так и сохранение его в перспективе как минимум до 2025 года. В целом, этот показатель вырос на сегодняшний день фактически до 2,5%. По сравнению с 2015 году он составлял от 1,2% до 1,5%. ЖКХ Беларуси состоит из 16 отраслей. К ним принадлежат около 650 предприятий и учреждений. В структурах задействовано 150 тысяч человек. 364 человека носят звание почетных сотрудников сферы.